Два филиала ТРИЦ открылись сегодня в Тюмени. Один из них находится на улице Пермякова, второй в Заречной части города. Всего на юге Тюменской области работают 11 филиалов ТРИЦ. Они появляются по мере роста населения. Также много сил тратится на развитие электронных сервисов. Большинство услуг ТРИЦ можно получить, воспользовавшись мобильным приложением. Новые пункты, которые открываются, они имеют новый формат. То есть они, помимо того, что они больше по площади, они имеют электронную очередь, имеют места для ожидания, ну, просторные, удобные для обслуживания. По всем остальным пунктам, которые у нас есть, тоже приведем их в новый формат, в удобный.